Самый сексуальный орган человека. Фантазия. Ты врач-сексолог? Утром секс, вечером сон. Белорусы. Ну, белорусская сексуальность, она скорее такая суровая. Средняя продолжительность сексуальной жизни. 96 лет. Одна из причин разводов – измена. Люди идут в измены для того, чтобы сохранить текущие отношения. В чем разница между заниматься любовью и заниматься сексом? Такой вопрос немножко с подвохом. Сейчас объясню, почему. В программе «24 вопроса» сексолог, врач, психотерапевт Василий Шевляков. Василий, что повлияло на выбор вашей профессии? Как раз-таки мечтал. В своих сексуальных отношениях я косячу не менее всех остальных. Если выбирать между браком и партнерством? Партнерство. Слово «секс» вам набило оскомину? Вот такой очень сложный вопрос. Смотрите в четверг. Только на нашем канале.